На сегодняшний день Центральная городская больница – это крупное многопрофильное лечебное учреждение, которое оказывает амбулаторно-поликлиническую и стационарную медицинскую помощь. Из года в год здесь появляются новые виды диагностических исследований. Программа «Модернизация системы здравоохранения» позволила больнице стать тем лечебным учреждением, которое оказывает медицинскую помощь не только жителям Нефтекамска, но и жителям прикрепленных территорий, районов и городов Северо-Запада республики. Несмотря на большую нехватку медицинских работников, Центральная городская больница сохранила кадровый потенциал, ведь здесь работают врачи с 20- и 30-летним стажем. Но есть и молодые специалисты, которые перенимают опыт своих наставников. В отделениях хирургического профиля проводят простые и сложные операции. В первично-сосудистом отделении оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь больным с инсультами и инфарктами миокарда. Сегодня Центральная городская больница живет и уверенно смотрит в будущее. Наверное, не каждому ночмеду выпадает такая честь поздравить свой коллектив пенсионеров, работников, которые работают сейчас, работников, которые планируют прийти к нам именно в такой значимый для больницы юбилей, в 50-летие лечебного учреждения. А тем более, если мы говорим о том, что эта больница развивается и растет. Поэтому с праздником нас всех! С теми моментами, которые, я уверен, нас ждут в положительном ключе. Здоровья нам всем, счастья и уверенности в завтрашнем дне.